Здорово. Не понял? Ты что, перегореть решила? Ну ты сейчас уйдя. Так, где-то тут были лампочки. О! Вроде рабочая. Я железный человек! Я железный человек! Открыто! Малой, здорово! А это что за помещение? А, это я у Стасяна ключи попросил. Он здесь видосики различные снимает. У него здесь куча барахла. О, даже вон кусок железа есть. Как раз то, что мне нужно. Понятно. А зачем тебе железо? Зачем мне железо? Ладно, только ты никому. Я железный человек. Чего? С чего это ты взял? Смотри. А нафига ты лампочку на грудь прицепил? Ты чё? Верни моё сердце! Чего? Верни, говорю, у меня нет сердца. За счет него у меня теперь неоновый реактор. И ради этого ты меня звал? Не веришь, да? Ну и ладно, пока ты тут пиздельничаешь, я буду мир спасать. Костюм только делать, закончу. Ну все, мир, жди меня. Герой идет на помощь. Малой, Серег, ты-то что тут забыл? Это ты что тут забыл в таком виде? Нормальный у меня вид. И вообще нечего за мной ходить. Я тут караулю преступность. Какая еще преступность? Самая обычная. Ты посмотри, на каждом шагу подстерегает. Мне кажется, ты слишком много на себя берешь. То, что ты надел костюм и прилепил лампочку, это еще ничего не значит. Чего? Ну-ка быстро извинился, а то я тебя испепелю. Лампочкой. Так, ну-ка ударь меня вот этим вот бревном. Малой, ты чё, может не надо? Надо, убедишься хотя бы, что моя броня непробиваема. Ну ладно, как знаешь. Готов? Кидай уже. Ну лови. Стой, держите вора. Где я? Тише, не шевелись. Ты дома лежишь. Как я сюда попал? Да я когда в тебя бревно кинул, тебя вот так вот назад повело, и ты прямо на тротуары отошел. А в это время там воришку сумку украл, и вот так вот прям в тебя врезался. Вы оба выключились, а его в это время задержали. Ого, это получается я настоящий герой, раз ликвидировал вора. Герой, только ты не железный человек. Почему? Потому что сейчас ты больше на человека-мумию похож.